Уважаемые коллеги, позвольте вас, во-первых, поприветствовать. Я рад, что вы все откликнулись на приглашение. Первая встреча Томенко с представителями Нижней палаты Федерального собрания практически в полном составе. Со всеми в Рио руководитель региона успел познакомиться ранее в ходе совместной работы по различным проектам. На совещании Виктор Томенко отметил, что население края ждет от властей решений, направленных на повышение качества жизни и продвижение региона на федеральном уровне. Я, по крайней мере, настроен очень открыто, очень доброжелательно, дружелюбно, если хотите. Со своей стороны все сделаю для того, чтобы мы работали действительно для людей, которые в Алтайском крае живут. Участники беседы обменялись мнениями о важности рассматриваемых законопроектов в Госдуме и первоочередных задачах по развитию региона.